Часто люди сталкиваются с необъяснимыми явлениями, которые происходят вокруг нас. Некоторые из этих мистических и загадочных моментов удалось запечатлеть на камеру, и некоторые из этих моментов мы разберем сегодня в этом видео. Всем привет! Здорово, Займа! Вы на канале «Узнай больше», и сегодня я расскажу вам про паранормальные события, которые были сняты на камеру. Но перед началом рекомендую подписаться на мой канал. А мы переходим к самому интересному. Ранее этот мужчина, который называл себя Джоном, жил в обычном старом доме, в котором начали происходить все более странные и необъяснимые события, а именно странные тени, шорохи и предметы, двигающиеся сами по себе. Все это стало появляться в его жизни и все больше его пугать. Итак, вынужденный оставить все страшные моменты в прошлом и начать жизнь заново, Джон решил переехать в новый дом, полный надежды, что эти паранормальные явления останутся позади. Он надеялся, что новое место со своей чистой энергией поможет ему забыть напряжение и страх. Однако, как ни странно, ситуация повторилась. Вновь он столкнулся с теми же странными феноменами, которые преследовали его в прошлом доме. Отверженность и безысходность охватили парня, и Джон уже не мог промолчать. Он принял решение записывать все, что происходит вокруг него, чтобы внести хоть какую-то ясность в эти загадочные и таинственные события. В данном видео Джон хотел показать, как начала раскачиваться лампа, но произошло нечто другое. Автор видео подошел к стулу, потом он его подвинул, но нечто невидимое толкнуло стул обратно. This happened. Итак, с новым домом появился и новый канал на YouTube. Джон начал документировать все странные и паранормальные вещи, которые происходили с ним. От странных теней, которые не имели видимых источников, до дверей, открывающихся и закрывающихся без посторонней помощи. Каждый эпизод придавал ему все больше уверенности в том, что он не одинок в своем опыте, и что в этом доме сохранилась некая тайна. Постепенно люди со всего мира стали смотреть его видео, оставлять комментарии и предлагать свои теории. Недавно в ТикТоке появился ролик, который взбудоражил миллионы людей. Ролик был опубликован в марте, но я до него добрался только сейчас. Девушка в белом платье ходит по ночным улицам, шоркая ногами по асфальту и держа что-то в руках. А потом она проходит по переулку, при этом громко крича, издавая звуки, похожие на плач. Автор видео снимает происходящее на камеру. Девушка продолжает непоколебимо идти по улицам, все громче и громче, издавая свои пронзительные крики. Звуки этих криков проникают в самую глубину души, при этом пробуждая внутренний страх и тревогу. Очевидцы данного случая говорят, что у девушки в руках находится кукла, небольшая, с темными волосами и бледным лицом. Эта кукла выглядит жутко и мрачно. Ее глаза напоминают бездонные колодцы, отражающие всю трагедию и горе мира. Этот ролик быстро распространился по социальным сетям, вызывая огромный отклик. Он вызвал множество комментариев со словами поддержки, а также множество вопросов о смысле и намерениях девушки.
Кто-то говорит, что она потеряла своего ребенка, а кто-то рассказывает о том, что она потеряла мужа. Но никто на 100% не может сказать, что произошло с этой девушкой. Однако, выглядит данное событие довольно крипово, и я точно не хотел бы встретить такую девушку посреди ночи. Ну нахер. Недавно в сети было опубликовано странное видео, которое вызывает огромный интерес. Место, время и автор съемки остаются неизвестными. Однако на видео можно ясно увидеть, как белая дымчатая субстанция пролетает на заднем дворе частного дома, задевая гамак и переворачивая его. Также можно заметить, что этот объект сохраняет свою форму, несмотря на свою дымчатость. В конце видео можно заметить, как это существо пролетает в обратном направлении. Однако, что это на самом деле, никто не знает. Можно предположить, что это просто сбой камеры, обычный дымок или что-то еще. Но как же тогда оно смогло перевернуть гамак? Множество пользователей социальной сети начали активно обсуждать это загадочное видео. Некоторые высказывали мнение, что это может быть некий вид природной аномалии или сверхъестественного происхождения. Другие полагают, что за всей этой ситуацией стоит продуманная шутка или мастерская рекламная кампания. Однако никто не может точно определить, что происходит на самом деле. Я вышел в интернет с таким вопросом. Некоторые пользователи начали проводить собственные исследования, анализировать каждый кадр и надеяться, что они найдут ответы на возникшие вопросы. Возможно, кто-то смог бы разобраться в этой загадке, если бы было больше информации о месте и времени съемки, а также о том, кто является автором этого видео. В Соединенных Штатах Америки за последние несколько недель наблюдается феномен, который вызывает довольно странные ощущения и вызывает тревогу среди многих людей. Солнце там приобретает необычный вид, а именно четкий красновато-бледный диск, что приводит некоторых людей к мыслям о предстоящем апокалипсисе. Я сам не сталкивался с подобным эффектом раньше, но можно предположить, что такой вид может возникнуть либо при закате, либо при восходе солнца. Хотя на видеозаписи явно видно, что на дворе сейчас полдень. Однако сложно найти объяснение этому явлению с помощью атмосферных факторов. Предположим, что Солнце скрыто за облаками, но в таком случае оно не должно быть красным и симметрично округлой формы, а скорее всего оно будет выглядеть как тусклое затемненное световое пятно. Многие ученые и эксперты предполагают, что объяснение этого феномена может быть связано с природными пожарами, которые в настоящее время бушуют в Западных Штатах Америки. Толстый слой дыма и пепла в атмосфере может преломлять свет от солнца, вызывая красноватый оттенок и создавая впечатление четкого диска. Короткие видеозаписи, снятые в разных местах Сербии и отмеченные датой 29 мая 2023 года, показывают необычное НЛО непонятной формы, которое приобретает светящийся вид, подобный фонарику, а затем распыляет светящиеся зерна на поверхность Земли и после медленно исчезает. Интересно, что этот появившийся в небе над Сербией неопознанный летающий объект мог появиться из-за беспорядков и ситуации на нестабильных территориях в этом регионе. Это может быть своего рода совпадение, так как в истории известны случаи, когда НЛО наблюдались в чрезвычайных ситуациях или перед предстоящими событиями, которые будут иметь значительные последствия. И напрошеленец сел на свои летающие тарелки. Однако необходимо подчеркнуть, что определение причин и характера возникновения этого НЛО требует дополнительных исследований и объективного анализа фактов. В интересах научного сообщества и общественности в целом необходимо провести более тщательное исследование этого явления, чтобы выяснить его природу и происхождение. В начале лета 2023 года, а точнее 25 мая, один загадочный видеоролик привлек внимание пользователей Reddit. Это короткое видео наполняет зрителей волнением и адреналином.
На первый взгляд, комната на видео выглядит мирной и спокойной. Однако в определенный момент видео происходит нечто удивительное, а именно, стеклянный стол или скорее его покрытие разламывается на множество мелких осколков, словно было выполнено прямое и сильное ударение по этому столу. Это необычное происшествие вызывает немало вопросов. Что же могло вызвать такую явно неестественную разрушительную силу? Отсутствие явных причин или объекта, способного нанести такой разлом, добавляет загадочности этой ситуации. А на этом у меня все. Если это видео было для вас интересным, то обязательно ставьте большие пальцы вверх, а также подписывайтесь на канал, чтобы всегда узнавать больше.